поэт, сценарист, режиссер Геннадий Шпалин. Гена – это наш Моцарт, говорили о нем друзья, студенты Института кинематографии. И он действительно писал легко и неизменно талантливо. Первый же сценарий Шпаликова «Я родом из детства» написан о войне, о войне его биографии. Сценарий, прозе, в стихах Шпаликова война присутствует. Иногда явно и пронзительно, иногда почти скрытно, мимолетно, но очень важные штуки. Скоро утро, тебе идти на работу. Я тебе завидую. Больше всего сейчас мне хотелось бы пройти по московским улицам. Это мировой город, самый лучший на Земле. Прощай, сын. С каждым годом теперь расстояние между нами будет увеличиваться. Ты будешь становиться старше. Я тебе завещаю родину, и моя совесть до конца чиста перед тобой. Ты должен, слышишь, должен всегда держать в чистоте свою. Счастливо тебе. Не забывай меня, ладно? Я прошу тебя, как брата, душу.
слушают, не мути. А не то рвану по следу, кто меня вернет? И на бальнику уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой.